Весна пришла, весне дорогу, и чистую, ухоженную дорогу, пожалуйста. А для этого нужно немного постараться и помочь своему родному городу стать чище. С наступлением весны в Московской области традиционно стартуют субботники. Так и сегодня в Щелковском городском округе огромное количество народа вышло в близлежащие парки для того, чтобы помочь очистить территорию от скопившегося мусора. Общеобластной субботник на этот раз собрал более 15 тысяч жителей округа. Всего уборка включила в себя 24 места. В городском парке культуры и отдыха убираться помогали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов городского округа Щелково Надежда Суровцева и представители общественных организаций. Пришла на субботник, как на праздник. Мне хочется, чтобы наш город был чистый, красивый. И вот посмотрите, сколько много народу пришло. Отозвалось на этот праздник. Очень приятно. Пришли как на праздник. Принимает в субботнике участие 15 тысяч человек. Это и подростки, школьники, это сотрудники бюджетных учреждений, Совета депутатов муниципального района, это и сотрудники администрации, и все работники учреждений и предприятий, независимо от форм собственности. Сегодня стартовал областной субботник у нас в Центральном парке отдыха. Я принял участие там и потом по просьбе жителей переместился на субботник на территорию Щелково-7, где сейчас и принимаю участие. Я сюда пришел, потому что мы сами в лесу занимаемся, и заниматься беспорядки – это не очень приятно, и мы пришли сюда убраться. Если детей не приучивать, то есть они будут мусорить везде, то будет беспорядок всегда. За генеральную уборку было собрано около 480 тонн мусора. Что тут скажешь? Молодцы! Мария Буржинская, Сергей Максимов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».